где находятся христиане сразу после смерти, где неверующие люди находятся. Насколько понимаю, ад – место временного хранения. Хотелось бы услышать ваши рассуждения. Я обращу внимание на два текста Писания. В Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стихом, Христос говорит человеку, который разбойник был, рядом с ним на одном из крестов он находился, распятым за свои преступления. И этот человек, обратившись ко Христу, сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисус Христос ему так ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Так мы и понимаем, что так, как сказал Христос, так оно и есть. Иисус Христос напрасно слов не говорил. И так мы понимаем. Второе, где находятся люди, не знающие Бога. Мы читаем в книге Откровения, 20 глава, 13 стих. «И смерть и ад отдали мертвых, бывших в них». Поэтому автор записки, он правильно понимает, что это временное местонахождение, это место мучения, вот там, где находятся люди, не принявшие Господа. Кто-то сказал, что в аду будут добровольцы, и в раю тоже будут добровольцы. Я где-то с этой мыслью согласен.